Сегодняшний день, а давайте-ка с гандбола начнем. Сезон стартовал, почему бы и не поговорить о нем. Кубань во втором матче чемпионата России здесь, в Краснодаре, билась с клубом «Динамо Синара». Билась и чего добилась? Давайте слушать Максима Герасина. Самое интересное в этом матче не сама игра, а противостояние в Кубани. Евгений Трифилов против Антонины Скоробогатченко. Первый лишил вторую капитанской повязки после стартовой игры сезона. Лидеру желто-зеленых это помогло разозлиться, но в этой встрече она садилась на скамейку почти после каждой атаки и выслушивала от тренера, даже когда забивала. Тренеру нужен игрок, которого меньше всего меняют. Он работает и там. Это самый ценный игрок. Не тот, который забивает. Он нужен. Ну, у нас Скоробогатченко забивает, а в защите на пароходе есть 2-0 таких. Ну, я понимаю, что он от меня хочет, ему виднее. Но я, правда, некоторые моменты неправильно делаю, вот. Поэтому он мне подсказывает так вот, чтобы я услышала и быстрее поняла, вот, что нужно делать. Что нужно делать, Антонина поняла после смазанного 7-метрового. Взяла себя в руки и реализовала почти все броски, 11 из 14. Забивала не только трудовые, но и эффектные голы. У Волгограда такого игрока не нашлось. Простые ошибки в первом тайме дорого им обошлись. Отыграть минус 7 за оставшиеся полчаса для команды, у которой средний возраст 19,5 лет, это чудо. Его не случилось. Зато в концовке произошел необычный эпизод. Наставник «Динамо» Николай Измайлов взял тайм-аут за считанные секунды до конца, когда отставание было 11 очков. Дело в том, что мы отрабатываем взаимодействие, а как на тренировках это одно, а как не в игровой форме их применить. Только и в этом. Там просто была техническая ошибка. Если бы прошло все до конца, я думаю, что реализация была бы. В прошлом году «Динамо» уехала из Краснодара с минус 17 по счету. С этой точки зрения определенный прогресс есть. Волгоградки едут дальше в Майкоп, а у желто-зеленых впереди автобусное путешествие Ижевск, Уфа, Тольятти. Приехать оттуда без очковых потерь – сверхсложная задача. Но именно такие Евгений Трифилов перед командой и ставит. Максим Герасин, Михаил Боеправ, Кубань-24, Краснодар.